Всех приветствую на канале «Взломостойкие двери и сейфы» компании «Monolith». Сегодня у нас очень интересная тема. Тема о замковой группе «Monolith Standard». Вот этой страшной перезапорной системе, которую некоторые заказчики, пройдя там фирмы, которые ничего там сами придумать не могут, только могут критиковать. Им уже понарассказывали о том, что это все отваливается, это все. То есть зачем эта перезапорная система? Вот матура двойняха. У нее все это есть, уже давным-давно все придумано. Мы рассмотрим алгоритм работы нашей фирменной перезапорной системы. Мы рассмотрим ее преимущества и поговорим о том, почему она никогда не выйдет из строя, почему она никогда не выходила из строя, почему она работает, как говорится, как часы. Комплектация модели Monolith Standard включает в себя два замка. Это цилиндровый замок и сувальный. Цилиндровый замок — это Chaser Evolution Pro, редукторный, с блокировкой от перелома и задавливания цилиндра. Защищенный 6-мм каленой пластиной, в которой цилиндр защищен, броненакладка Азифаусто с юбкой. Тип броненакладки, который заводится изнутри, то есть выбить ее, сорвать наружу, сбить, то есть нет такой возможности. И верхний замок Гардиан 4001, который защищен 2-мм каленой пластиной. Преимущество перезапорной системы. Когда вы закрываете нижний замок цилиндровый, вы перекрываете ключевое отверстие замка верхнего сувального. То есть в таком случае секретность двери всегда, как бы, ее легко регулировать и легко сменить заменой одного лишь только цилиндра. То есть выкрутить всего-навсего один винт с торцевой стороны замка, вынуть старый цилиндр, поставить другой цилиндр, который на тот момент уже будет наиболее актуальный, и вы полностью меняете секретность не только одного замка, а двери в целом. То есть вы перекрываете ключевое отверстие также и второго замка. Это первое преимущество перезапорной системы. Вторым таким преимуществом можно отнести то, что когда вы даже закрыты изнутри, открываете изнутри на барашек, вертушок, находитесь в квартире, вы закрылись на один оборот, верхний замок вам, естественно, закрывать не обязательно, когда вы находитесь в квартире. При этом, даже закрыв на один оборот, вы перекрываете ключевое отверстие сувального замка. То есть жулик, подойдя, он даже не сможет понять, какой это замок, нет ни формы ключевого отверстия, абсолютно никакой информации нет. То есть идентифицировать замок и, допустим, приходить к этой двери, когда никого нет дома, со всеми отмычками мира, то есть от всех замков мира, то есть, ну, это нереально. Поэтому для того, чтобы понять, то есть, ну, хотя бы понимать, какой это замок. Поэтому это второе преимущество перезапорной системы. К третьему преимуществу перезапорной системы, то есть один из замков никоим образом нельзя повредить, тем более такой, как сувальный замок, когда туда бросали монеты 25-копеечные, допустим, замок Чиза, если бросить 25 копеек, то это все, то есть замок уже открыть, скажем так, не только не может сам хозяин, уже для аварийщика это будет, ну, сущий ад. В данный замок нельзя, не сунуть никакие народные предметы, никоим образом его не повредить, поэтому это очередное преимущество перезапорной системы. Четвертым преимуществом перезапорной системы можно отнести то, что она включена в общую систему блокировки двери, углов двери, как в Monolith Standard является, то есть когда вы закрываете нижний замок, вы вместе с этим и блокируете углы двери, верхние и нижние, то есть так называемая система тяг. То есть перезапорная система, она интегрирована в эту систему тяг и не создает дополнительного усилия на замке. То есть замок абсолютно не получает никакой нагрузки дополнительной от данной системы, поэтому работа замка, она не затрудняется, и срок службы замка никоим образом не уменьшается. Это очень важно. И теперь мы переходим к тому, почему это все будет работать, почему это все никогда не отпадало, почему это все никогда не отпадет, и почему эти, допустим, производители, которые говорят, что это все туфта, это все не надо. Это по одной простой причине. Чтобы собирать такую систему, нужны мастера самого высокого уровня, то есть уровня квалификации. То есть если дать человеку, там, который там делает вторую дверь своей жизни, вот собрать такую систему,
то одним словом она подведет. То есть это в любом случае. Но когда человек собрал уже там больше 2000 таких систем, то естественно, ну и у него уже за плечами там 15 лет работы с дверями, то безусловно такая система, она работает, она будет работать. И вот допустим, что и загрызает, допустим, производители, которые говорят, что якобы оно там все выйдет из строя, потому что у них нет возможности ставить, я не говорю, что даже в каждую дверь, у них нет возможности даже там какие-то единичные экземпляры дверей устанавливать такую систему. Для них это как изобретать велосипед. То они там как бы делают, взяли там студента, иди сюда, на вот тебе дверь, вари, он сварил. Сварить еще можно, отделкой закрыли, этого как бы не видно. То есть и там то, что там... она косая, кривая, то есть может быть заказчик это споймет со временем. А если дать человеку, студенту, чтобы он сделал такую систему, понятно, что она отпадет. Поэтому фирмы, у которых коллектив сформирован из вот этих студентов, у которых обложка, то есть фирма обложка, что это вообще мы там и стреляем, и ломаем, и все. Ну а то, кто это делает, это все тайна, покрытая мраком. И вот эта тайна, покрытая мраком, я вам открываю. То есть это люди, которые некомпетентны собрать такую систему. Поэтому они, безусловно, будут отговаривать, находить какие-то минусы, какие-то там, то есть всеми путями отговаривать, чтобы это только как бы человек не заказал. Хотя, ну, минусов в этой системе абсолютно нет, то есть сплошные плюсы. Это влияет на потенциал двери уже, ну, на данный момент. Это влияет на перспективность двери в целом, дверного блока. То есть у него, ну, колоссально возрастает перспективность. Ну, то есть вся секретность двери регулируется одним винтом. То есть на 10 оборотов выкрутил винт в замке, вставил другой цилиндр, совершенно другой секретностью. И все, дверь в целом поменяла. Не надо никакие не менять замки, ничего. То есть вся секретность двери, она меняется полностью. А вот самая проблема, это то, кому это все сделать. Оно. И эта проблема стоит остро абсолютно у всех. У нас такой проблемы нет. То есть у нас абсолютно не меняются люди, мастера. Они одни и те же. Они делают абсолютно отработанные нами технологии, воплощают. Поэтому с этим проблем нет. А вторая проблема, это то, когда неправильно подобран замок. Якобы и итальянские замки, там, и какие там и испанские, то есть какие бы ни были. То есть, ну, они тоже есть, которые, в принципе, да, им будет... Они не рассчитаны, в принципе, под тяги. То есть они как бы у них есть эти системы тяг, но по факту они не рассчитаны, чтобы их тягать. Поэтому правильно подобранный замок, правильный мастер, который это все аккуратно соберет, и все, и вы получаете сплошные плюсы. В Monolith Standard я еще раз опишу, то есть замковую группу, то есть входит два цилиндра, то есть в стандартную комплектацию входит один цилиндр временный на период ремонта, это тоже очень важно, чтобы не раздавать строителям ключи, там идет, дверь комплектуется временным цилиндром с 5 ключами, которые вы раздаете, и постоянным цилиндром, который вы уже получаете в коробке, запакованный, тот, который после завершения ремонта вы можете поменять как самостоятельно, так также дождаться нашего мастера, который приедет и сделает эту замену за считанные минуты. И второй замок сувальный, в котором также запакованные ключи, которые вы просто забираете до окончания ремонта с собой и, ну, строителям, естественно, не оставляете. Они им нужны, им будет достаточно одного замка им пользоваться. Когда у вас будет закончен ремонт, когда вы начнете пользоваться своей дверью, вы будете пользоваться абсолютно, скажем так, новыми комплектами ключей, которыми никто не имел доступа. Поэтому обращайтесь к профессионалам, заказывайте двери в компании «Монолит». Мы находимся в городе Киеве на улице Вискозная, 3Б. Приезжайте, выбирайте как внешний вид, он может быть абсолютно по вашему заказу. Размер двери тоже делается индивидуальный. А замки и конструкция, у нас уже есть подборки сбалансированные, это двери 4 класса взломостойкости с уже подобранными в нее замковыми группами, которые могут при вашем желании вноситься изменения. Всего доброго, спасибо за просмотр, до свидания.